Любительская коллекция ножей. Сейчас потихоньку про каждый из этих ножей вам расскажу. Среди них есть китайцы, есть не китайцы, есть также Зехпром. Ну, поехали. Вот, например, Рафер. Обычненький такой туристический ножичек, знакомый каждому. То есть лайнер-лок, клипса, флиппер, шпенек. Все как есть. Даже земляк можно сюда повесить. Все хорошо. Стандартненький такой туристический ножичек, который ничего из себя толком, по сути, не представляет. Это уже поинтереснее. Не то американец, не то китаец. Какая-то попытка закосить под Франк Бельтрам. Написано вроде бы USA, но я не уверен, что это USA. Хотя, уж повидал всякое на своем веку, очень хорошенький. Подобие стилета. Поинтереснее парень. Акула. Нож от компании, производителя Саро. То есть это нож, заявленный как инструмент боевых дайверов. Или, как они еще себя называют, подводники. Серейтор, лезвие, темляк опять же можно сюда поместить. Даже есть открывашка. И то, что доморощенные любители ножей от 14 до 15 любят называть кишкадер. Да. Хороший нож. Вот история вот этого ножа мне абсолютно неизвестна. Я только знаю, что он тоже повидал всякое. Можно по клинку это увидеть, что он многое прожил. Кончик у него, естественно, сбит. А так... Ну, это не холодняк, если я, конечно, правильно понимаю, это не холодняк, да. Ну, и можно, да, и можно убить. Хороший ножик. Вот, пожалуйста. Я сперва думал издалека, что это кукри, но это нифига не кукри. Это какой-то... Сейчас, рукоять там видно? Угу. Какой-то тоже с мастерской какой-то любительской, не знаю, ну вряд ли это какой-нибудь китаец. Зехпром. Наверное, тоже Зехпром, да. Может быть, ну не знаю. Наверняка. Угу. Что-то ты знаешь. Так. Ну это естественно китаец, иначе и быть не может. Хотя он называется Патриот. Вот. Автоматический механизм, автоматика, пружина. Ну, уже где-то через 2 недели он прикажет долго жить. Я знаю такие ножи, они долго не живут. Всем тоже знакомый, но вроде бы красивенький. Так, вот тоже китаец, но уже такой профессиональный китаец, Викинг Нордвей. Его мне подарил один мой кореш, мой сокамерник, с которым мы на промзону вместе ходили. Вот. Он раньше тоже, как и предыдущий Патриот, открывался сразу, выкидывался, потому что механизм тут был автоматический, сейчас это уже не происходит, потому что пружина слетела. Замок бэклок или какое-то подобие бэклока, подозреваю. Естественно, все делается по кнопке. А850 он называется. Да, хороший ножичек. Я им бочки открывал. Люки не рискнул, но он себя зарекомендовал, как ADC-шник. Дальше идем. Это у нас... Вот это точно Зехпром. Понятия не имею, откуда он вообще появился на свет, но он сюрпризом. Вот так вот. Ну, естественно, никого им не ухайдокать, потому что... Вы скорее себе костяшки все ухайдокаете, нежели кого-нибудь. А так, ну, сделано прикольно. Эффектно смотрится. Эффектно очень смотрится, и он, конечно, да, заточить его надо бы потом на досуге. Так, да. Ну, на EDC он, естественно, никому не пойдет. Если вы, конечно, не сумасшедший какой-нибудь, который будет носить такое на EDC. Вряд ли. Так, идем дальше. Это у нас Боуи. Ну, вот такой вот форма клинка. Это вообще принято называть Боуи.
всегда было так принято. Но это, по сути, холодняк. По крайней мере, мне так кажется, что это холодняк, учитывая наличие гарды, длину клинка. Ну, не знаю, такой гнидой убить можно на раз. Да. Забавно. Ну все, другим ножам будет обидно, чтобы он такой подходил. А это у нас, ну вы уже поняли, это у нас бабочка. Причем она уже потихоньку разваливается. Да, стоп, как же я это раньше делал? Раньше умел, сейчас уже, как же она, да, потихоньку навыки теряются. Ну, общем... понятное дело, столько не живут. Да, в общем-то, да нет, по сути-то эта бабочка старше меня. Старше, конечно. Но нет, тут есть скол. Там видно? Ей лет 30. Фокси. Лет 30, ну... Да. Скол на лезвии? Нет, 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 не на клинке. Кончик? А, кончик. Вот. Да, видно. Но это нормально. Ладно, для таких ножей нормально, если они рабочие. О, вот это парень, что надо. Это гюрза. В общем-то, есть две версии вот конкретно такого ножика. Есть версия, которую можно назвать холодняком, а это не холодняк, потому что нет гарды. Прицепить сюда гарду, и все, это будет холодняк самый настоящий. В общем-то, нож КГБшника. У него история, ну, он тоже где-то... Нет, он не старше меня. Он не может быть старше меня, потому что гюрза, они ну, относительно молодые. На рынке, по крайней мере. Тоже сюда можно земляк приделать. Вот. Вообще у него клинок был подлиннее. Он регулярно затачивался. И очень-очень сильно затачивался. Рабочий нож. Рабочий, нож, да. Может, на нем висит столько душ. Кто душ, знает. Душ, ну, может да быть. Да, может быть. Или может душманов. Ну, да. Или душманов. Дальше. Ну, в принципе, да. Нож, хотя стоп. Да не, он помладше Афганистана. Да брось ты. Во! Вот это я не уверен, нож это или меч. Да старший карма здесь. Опасный дядя. Может быть это меч, но это надо будет измерять длину его клинка. Потому что, насколько я знаю... Ну это вот бронза. Или бронза, или латунь. Тяжелый агрегат. Я не знаю сейчас, как это происходит или нет, но, по крайней мере, раньше было не то 30, не то 40 сантиметров. Это максимальная длина клинка при условии, что он будет называться ножом. А так, я не знаю, меч это или все еще нож. Ну все, выбираем. Угу. И вот еще один парень. Тоже не знаю, меч это или нож. Может быть, даже сувенирный гад. Им, вот приблизь, тут есть скол. Рубили гвозди. Гвозди. Естественно. Сейчас. Понабегут в комментах любители рубить гвозди. Ага. Вот. Но да. Ну, гвоздей он немало перерубил. Демонстративно показывали, как он это делает. Ну, какой-то гвоздь столистый попал. Это все за счет того, что здесь, не знаю, будет так видно или нет. То, что здесь видно там или нет? Что? Что именно? То, что... Сведен он очень так широко. Широко сведен. Да, и за счет этого он, ну, в принципе, в теории-то он может гвоздь рубануть. Ну, конечно. Ну да, как колун такой топор. Ну да. Ручка деревянная, лакированная. И вот такие вот у него ножны. И ножны. Да. Шикарные. Прям кавказский. Типичнейший представитель кавказской национальности, будь то грузин, еще какой-нибудь осетин, дагестанец, они же любители кинжал с собой потаскать. Кстати, это... А, ну это, кстати, кинжал, да. Кинжал есть. Стоп, это кинжал или меч все-таки? Я не пойму, это надо... Да быть... кинжал. Ну, наверное, да, кинжал. Ну, в комментариях, ребята, там отзовитесь, кто знает. Кинжал это или что? Ну, в общем, вот такой вот... Агрегат, да. Абсолютно каждый из этих ножей в моих руках, в руках предыдущих владельцев, повидал
всякое дерьмо. Из-за этого многие из них уже не выглядят такими внушительными, как прежде. И вот еще есть такие вот ребята. Продолжаем разговор. Викинг Нордвей. В принципе, можно, кстати, и на EDC. Но они тоже, к слову, повидали всякое на своем веку. Это не раз. Да, видно по клинку. В общем-то, можно, в принципе, на EDC такой нож таскать. Ну, не знаю. Ну да, в принципе. Приделать сюда что-нибудь. Да. И можно будет. Так, продолжаем разговор. Каждый из них. Так, ну я думаю, нет. Есть набор. Ну да, один, вынь. Один? Один. Спорт 19. Еще спорт 27, что ли, что-то в этом духе. О! Угу. Красота? Красота. Пропорционально ладони. Вот это вот что такое у нас? А, спорт 5. О. Угу. Модная нынче на Алиэкспрессе раскраска градиент. Сейчас на Алиэкспресс зайдешь, там и бабочки, и всякие там, я не знаю, микстрайдеры, они все в таком градиенте. Угу. И это в некоторой степени характеризует доморощенных любителей ножей. Всяких там школьничков, которые купили в переходе бабочку и ходят довольные. Они с легким, как сказал Герцен, с легким налетом чего-то там криминального. Угу. Потому что такая раскраска нынче – это атрибут плохого парня. Это степень закалки. То есть от нагревания возникает такая градиент. Медленно, но верно. Ножей все больше и больше. Некоторые из них повидали на своем веку всякое дерьмо. Некоторые видят по сей день. Например, те, которые у меня на EDC. Вот этот гад. Я их не жалею. А так, ну, некоторые из них отличное наследие. Их можно... Нет, продавать мы их не станем. В общем, хорошие ножи. Конец. Спасибо. А нет, не конец. Мы забыли про еще один ножичек. Колумбия. Китаец. Я покажу. Вот. Нет. Ну да, в принципе. Переверни. Да. Вот. Нет фокуса. Есть, фокуса будет сейчас. Нет. Вот так фокус. Вот сейчас будет фокус. Ну да. Нет фокуса. Да будет фокус. Да нету фокуса никакого. А вот теперь. Теперь есть. Надпись очень интересная. Юхуи Компани. Вот. Хороший ножичек. Ну, вот такой хозтоварный. Да, хозбыт. Все они... Не все, конечно, но многие из них хозбыт. Все, вот теперь конец. Спасибо за внимание. А нет, опять не конец, потому что вообще вот про этого парня забыли совсем. Цивилиан. Естественно, китаец. Про него почему-то... Он у меня все это время на кармане был, я вообще про него забыл. В общем-то... Хороший парень тоже себя зарекомендовал. Вот теперь точно конец. Все, спасибо, до свидания.